Так, вот. Тоже из фикс-прайса. Мини-вентилятор аккумуляторный. 250 рублей стоит. На 1000 миллиампер часов. Как оно есть на самом деле, фиг знает. Кабель 28 сантиметров. Ну, здесь то же самое, все написано. Мощность 4,5 ватта заявлено. Ну, даже не знаю. Подставка. Инструкция. Написано, что есть три режима работы. Время зарядки до 5 часов. Время работы от полного заряда. На максимальной скорости до часа, на минимальной до 2 часов. Напряжение 3,7 вольта. Зарядка аккумуляторной батареи происходит с помощью кабеля USB в комплекте. При правильном подключении индикатор зарядки загорится красным цветом. Зарядите аккумуляторную батарею в течение 5 часов. По окончании зарядки индикатор погаснет. После чего отсоедините USB кабель от источника питания. Так, ну все, ничего необычного. Так. Вот так он выглядит. Здесь тоже есть бирка с информацией. Проводочки вон они там маленькие вообще. Вот эта кнопка. Вон и провода. Так, а здесь что? А, батареечка. Ничего себе. Открыто все. Это прям хорошо. То есть можно сменить. Пожалуйста, ячейка. Баночка литий-ионная. Класс. Приемлемая цена. 250 рублей. Даже банка, какая бы она здесь ни была. Плюс сам вентилятор. Да, туго сидит. Вот такая. Ну, то есть здесь никакой маркировки. Скорее всего, какая-нибудь старая, восстановленная. Китайцы как-нибудь. Какой-нибудь там клепал. О, здесь с этой стороны провода торчат. Прям открытое место почему-то. Зачем так сделано, непонятно. И вот здесь тоже. Класс. Пластиком завоняло. Первое включение. Включается первый режим, а потом по увеличению просто. Три режима работы. Ну вот, собственно, тут написано, где это было. 2000 оборотов, 2800, 3100. Как оно есть на самом деле, фиг знает. Там еще были, значит, в экспрессе. В машину, вентилятор от 12 вольт. Но там мощность была... А, 7,5 вообще-то побольше, чем здесь. Здесь 4,5. Вот, а еще был такой железный большой, но он 350 рублей стоит. А мощность там была меньше указана. Тут еще светодиод есть.
вот это непонятно зачем, может быть вот так. Ну да, наверное. Неплохо. Сейчас еще как бы подключу, проверю, зарядка идет или нет. Вот, загорелся индикатор красный, светодиод. Написано, когда типа зарядится, должен просто потухнуть. Так интересно, работать будет? Да? То есть при включенной зарядке он и работает как бы еще.